Welcome to Las Vegas. Добро пожаловать в Лас-Вегас. Пагален и жена Лас-Вегас Олашке. Всем здравствуйте, с вами Эльвира из Америки. Жаптапору лиже тиндандене Эльвира Америка гэч. Еще раз добро пожаловать в яркий и красочный Лас-Вегас, в город-праздник, в город-шоу, в город, который никогда не спит. В этот раз нам удалось посмотреть город в дневное время. Я прикреплю предыдущее видео, где вы сможете увидеть Лас-Вегас ночью. Одно из красивейших отелей города Белладжио. Пятизвездочный отель-казино, расположенный на бульваре Лас-Вегас-Стрип. Главной достопримечательностью отеля является музыкальный фонтан, расположенный перед зданием отеля. В отеле 3950 номеров. Мы едем на парковку для того, чтобы припарковаться и зайти вовнутрь этого отеля, чтобы посмотреть, а что же там внутри. А внутри отеля есть красивейший ботанический сад. В этом саду проводятся инсталляции из цветов и экспозицию меняют раз в неделю. Здесь всегда очень красиво и всегда очень неожиданно.
А какой красивый потолок, украшен цветами, сделанными из муранского стекла. И если вы голодны, то сможете найти ресторан на свой вкус. В казино вы тоже сможете проверить, насколько вы удачливы, как это сделала я. Истратив $20, я выиграла $128. Я сказала мужу: жадность фраера погубит, надо вовремя остановиться и уйти. И мы ушли. Внутри гостиницы расположены разные магазины ведущих брендов мира. Лас-Вегас, как всегда, был приветлив и добр к нам, поэтому мы обещали вернуться. Благодарю вас за просмотр. Нажимайте на знак с большим пальцем, потому что вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, распространяйте мое видео и будьте здоровы и счастливы. С вами была Эльвира из Америки. Челалан тау ончамаланда. Шонамаштам кодаза. Кугу парня палам темдалаш и дамонду. И шанем таланда моен видео келшен. Ке эше моен YouTube-каналышка возалтын оголган. Возалца, Лиза тажа да пелан, эшкиндам аралыза, тендан дене лиен, Эльвира Америка гыч.